Казахстане рано утром 27 декабря упал на землю самолет авиакомпании БКР, на борту которого находилось 100 человек. Он рухнул в районе жилого сектора. Об этом сообщает РИА Новости. Воздушный лайнер совершал рейс Алма-Ата-Нур-Султан. По предварительным данным, самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. В аэропорту вылета сообщили о том, что в катастрофе есть выжившие, как минимум 7 человек погибли. Всего на бору было 5 членов экипажа и 95 пассажиров. В Мининдустрии Казахстана сообщили, что полеты лайнеров того типа, что упал в Алма-Ате, приостановлены. В Мининдустрии Казахстана добавили, что спасательные работы начались незамедлительно, возгорание не произошло. По поручению премьер-министра страны Аскара Мамина создана правительственная комиссия, которая вылетает к месту происшествия для установления причин трагедии. В МВД Казахстана заявили, что самолет рухнул в районе жилого сектора, объявлена эвакуация. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило о приостановке полетов самолетов того типа, что рухнул в Алма-Ате. В парке авиакомпании БКР состоят нидерландские парки. Самолет упал! Целая куча людей! Разбились! Это БКР! И не видно, вот он, БКР! Люди просят скорую, она не едет! Разбито много людей! Много трупов уже. Многих спасли, вытащили. Вот спасатели работают. Ужасно!